Проснулись сегодня утром, а у нас тут прорвало воду. И течет, и течет, и течет. Начали звонить. Оказывается, по воскресеньям у нас служба не работает. Ну, нашли одну службу, и то мы вас туда переключаем, мы вас сюда переключаем. Ну, в общем, переключили куда-то, что-то как-то. Сказали, заявка принята. Ну, вот гляньте, сейчас я вам чуть-чуть вот так приближу. Вот вся улица залита водой полностью. Тут уже камешки, как на море. В общем, вот такая у нас тут беда-бедулька. Как не дождь, так прорвало воду. Кто к нам не приехал, все течет. Смотрите, что там творится. Машина какая-то стоит. А тут как родничок. Видите? Вот. Как родничок. Ну, они, наверное, сегодня выходные службы. Хотя должны работать круглосуточно аварийные. Вот так-то. Прям воду не жалко. Платим такие деньги за воду. Вода подорожала. Вот она течет, и никому ничего не нужно. В общем, эпопея с водой продолжается. Сейчас у нас уже 3 часа дня. Приехали службы, но приехали с канализацией. Вызывали водопровод. Вот так у нас работают службы. Они развернулись и уехали. Теперь ждем следующих. А река как текла, так и течет. Люди идут, возмущаются. Пройти сложно. Ну, в общем, вот такая у нас тут ситуация. Ну, надеюсь, что приедут и ремонтники по воде. Это можете себе представить? Это рано утром все началось, уже 3 часа, и все течет. Сколько воды уже утекло. Наступил следующий день. Вода течет. Позвонили еще раз, сказали, что сегодня не приедут, может быть, приедут завтра. Так что вот вторые сутки течет, и никому ничего не нужно. Так. Здравствуй, Аллочка. Здравствуй, Людочка. Что, не приезжают, не делают? Ну вот я звоню, сказали, и сегодня не приедут. Вчера не приехали, и сегодня не приедут, может быть, завтра. Нормально вообще? Да, я то же самое им сказала. Говорю. Да, я говорю, мы платим такие деньги за воду, а вы не делаете. Позвоните 102. Звонила, звонила уже, Людочка, я везде звонила. И заявкой. Звонили? Я звонила. Вот уроды, нормально вообще, кто ж будет делать? Ну, вот так. Итак, эпопея с водой продолжается. Сегодня уже вторник. Вчера я выставила в Инстаграм вот эту всю ситуацию с нашей водой. И водоканал мне прислал сообщение. Напишите, пожалуйста, адрес. Я написала им, конечно же, адрес. Вот сегодня у нас 10 часов 30 минут приехала машина, которая будет откачивать воду. И вокруг этой машины ходит один работник. Вот пока все новости. То есть вода течет, как и текла. Парень какой-то туда-сюда ходит. Вот видите, машина. Сейчас я вот так приближу. Это я с балкончика снимаю. Вот так машина стоит, которая откачивает воду. Ну, продолжение буду показывать, конечно же. Прошло 5 минут, подъехала еще одна машина. Но работники пока только вот ходят, общаются. Ну, будем смотреть, что будет происходить дальше. Я надеюсь, что сегодня, конечно же, нам все это сделают. Этот прорыв водички. Ну, как долго, будем смотреть. Ну, похоже, что сегодня все-таки что-то будет. Вот едет трактор. Я тут собралась кофеек попить. Ну, вот увидела, едет трактор. Ну что, я тут пью кофеечек свой утренний. Слежу за ситуацией, потихонечку тут съезжаются, но вода еще пока не отключена, вода еще пока есть. Потихонечку народ тут съезжается,
В общем, наверное, все-таки сегодня эту проблему, или, как я сказала, ситуацию, конечно же, они ее решат. Ну, продолжение будем ждать. Еще какая-то машина, не знаю для чего, с огромным кузовом. Вот, сейчас вот так вот приближу. Вышел водитель, тоже пошел совещаться к бывшим-прибывшим. В общем, у них сейчас совещание. Так что вот процесс уже идет. И меня это радует, что процесс пошел, машины съезжаются, техника съезжается. Так что сейчас они все это обговорят, фронт работ, и начнут нам что-то делать. Отечь. Да, снимай. 3 дня. Сфотографируйте, еще снимите, когда мы засыпем. Я все снимаю. У меня YouTube, я все снимаю, все показываю. У вас свой канал? Да. Классно. Вчера ваш водоканал мне прислал сообщение. Вот такая ямка, но уже все, слава богу, все сделали. Ребятушки, спасибо вам. В общем, вышла я снимать, как они там все сделали. Попросили проверить, есть ли вода. Вода есть. Обрадовались, что я их снимаю и хотят себя увидеть. Вот, пообещали мне там все засыпать, и как все было, и щебня привезут. В общем, будем смотреть, как они дальше сделают. В общем, они очень рады, что их снимают. И говорят, вы только все-все снимайте и все-все показывайте. Я говорю, хорошо. В общем, у нас все уже зарывают, все сделали. Ребята быстро все сделали, молодцы. Ну, я ухожу, а то тут такой кранище огромный. Ну, техники я вам сейчас покажу. Смотрите, сколько разной техники приехало. Вот одна машина, вторая, третья уехала. В общем, такая вот у нас тут ситуация, которая прекрасно завершается. Ну, покажу уже окончательный результат. В общем, ребята молодцы. Делают все профессионально. Там, конечно, у нас, видите, играет земля, потому что почвенные воды, ну, так как я и говорила, все аккуратно заделывают. Умнички. Они четко знают свою работу. Не знаю, я одела микрофон, думаю, что меня слышно, потому что машина сильно громко гудит. Ну, в общем, вот так все заделывают. Ну, посмотрим, как они пообещали привезти сюда, еще высыпать щебень. Ну, посмотрим, высыпят, не высыпят, все вам буду показывать. Ну, пока вот на этом этапе я... Видите, как играет земля? Вот он надавливает, а играет земля. Сейчас вот, видите, она вся играет, потому что там почвенные воды. Они пытаются что-то делать. Все это вот он зарывает, все выравнивает. Молодцы. Молодцы. Ну вот в эту дырку привезут щебень, потому что вымыла. Песок долго вымывала, и песок, и щебень все уплывало. Ну вот, заделывают, чтобы все было как было. Молодцы. Ребята, молодцы. Везли гравий и ой, сейчас будут высыпать. Боже, я прячусь. Я прячусь. Сейчас будут высыпать гравий. Вау. Понятно? Так что пообещали, все сделали. Все сделали, как пообещали. Конечно, благодарна я очень за такую работу. Долго ждали, но сделали все, как обещали. Молодцы.
две руки снимаем. Мастер снимает отчет для своего, для своей работы, а я снимаю отчет для своей работы. В общем, говорит полтора куба. Ну, не знаю, я не понимаю в этом. Сказали, что куб привезут, сейчас говорят полтора куба. Ну, это уже их проблемы, сколько они привезли. Может быть и полтора, не знаю. Ну, во всяком случае, сделают все как было. Молодцы, все. Все разравнивают. Ну, пусть они разравнивают, я покажу теперь уже конечный результат. В общем, показываю, что сделали. Все сделали прекрасно, все сделали замечательно. Спасибо ребятам. Хоть и 3 дня ждала, но наконец-то все сделали. Все, спасибо большое. Работа отличная.